Смотровая площадка «Эрхоз». Одна из остановочек при обзорной экскурсии. Впереди 1117 метров указочка, перевал между юго-западной и северо-западной частью острова. Впереди хорошая погода, виден вулкан Тейда. Немножко облачность, но сегодня хорошо видно. Красивые прилегающие склоны гор, террасное земледелие. Эвакуатор какого-то бедолагу везет, но, судя по всему, поломался. Но так часто в городах эвакуируют, кто плохо припаркуется. Итак, смотровая площадка «Эрхоз».